Таджикистане Комитет по делам религии совместно с Советом улемов подготовил регламент для граждан по проведению траурных церемоний и выражению соболезнований. Согласно новым правилам, обряды похорон и траура должны проходить только по ханафитскому мазхабу, а все другие исламские мазхабы запрещены по закону. Допускается также и проведение траурных мероприятий согласно традициям и обрядам народов и народностей республики. Все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения участникам еды. Подробно регламентированы и другие элементы проведения мероприятий. Эксперты считают комичным проведение властями своей антиисламской политики под предлогом заботы о ханафитском мазхабе. Ведь Таджикистан является светским государством. Статья 1 Конституции Таджикистана гласит: «Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство». Более того, даже в исламском государстве правитель не имеет права вменять мусульманам тот или иной мазхаб в личной сфере. Статья 4 проекта Конституции исламского государства, подготовленная одним из исламских движений, гласит: «Халиф не принимает какие-либо определенные законы шариата относительно обрядов поклонения. Он также не принимает никакие мысли, которые касаются исламской акиды». Что же касается запрета на мучительную для народа Таджикистана традицию угощения на траурных мероприятиях, то наблюдатели считают, что власти в данном случае преследовали цель разбавить пакет таких негативных мер, как запрет ношения хиджаба, некоторыми позитивными, дабы население спокойно проглотило очередную порцию издевательств со стороны режима. Чил васол без обид.